Итак, друзья, мы едем на полигон ITEI, будем делать обзор тренок наших. Вот такая у нас красота по дороге. Приезжайте к нам в Алмату, встретим. Друзья, всем привет! Для вас небольшой тест на ноги. Вот такие нагрузки выдерживает 80 килограмм. Поднимается. Не вся еще высота полностью собирается. Есть разные модели. С разными нагрузками. Также можем изготовить ногу для смотровой трубы. Хотел глянуть в эту трубу, посмотреть, как видно. Да, можно, можно. Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем обзор наших тренок. Это та, что была высокой нагрузки. Немного поговорим о нагрузке поменьше. Меня просили снять на нее обзор. Вот, пожалуйста. Как вы видите, из пивитовка Крюгер Ган. Все устойчиво держится. На данной винтовке очень сильный перевес, но это никак не мешает быть треноге устойчивее. На данный момент это не максимальная высота. Мы настроили максимальная высота 1 метр 67 сантиметров. Также данная тренога удобна для стрельбы сидя. Сейчас я вам это продемонстрирую. Все устойчиво. Сейчас еще раз буду показывать. Винтовочка Крюгер Ган. Все устойчиво. Также в комплекте здесь идет, получается, если в поле на грунте, можно поставить пики снизу. Там откручивается. Это все работает так. Можно поставить любое положение. Все устойчиво. Давайте посмотрим на это поближе. Также вот наша тренога высокой нагрузки. У данной треноги, на которой установлен Крюгер Ган, пробежимся по диаметрам. Верхний диаметр трубы 4 сантиметра, 3,5 сантиметра, 3 сантиметра. И 2 сантиметра толщина, диаметр трубки. Данные треноги изготовлены из карбона. Именно данная тренога с нагрузкой 25 килограмм отправляем в комплекте шаровой головой. Сейчас сделаем другое положение, побольше перевес. Thank you.
Шар все держит четко, как мы видим. Данная тренога спокойно будет держать нагрузку PSP винтовки Krüger Gun. Вот. Такая у нас красота. Пошел нахуй, и все, он потом так, он стоит, два раза стоять, один раз побежал, блин. Они вот это все секут, все понимают, лошади, он, ну, так. Ты считаешь, лошадь умная, да, все пиздец, да, ты с характером еще, да? Придет, блядь, как раз, так и дрог. Да. Ну, короче, ты... Хорошо, белый квадрат. Что-то мимо. Сейчас я прошу. Прямо в край. Ты тут прячешься, говоришь. Что-то мимо. Сейчас я приду. Прямо в край. Ты тут прячешься, говоришь. Едете вместе, я посмотрю, куда летит. Вон? Да. Крючок не дергайте, медленно и печально. Делите в 200, я посмотрю, куда летит. Вон? Да. Крючок не дергайте, медленно и печально. Ничего. Ты крутанул прицел, что ли? Да. Так все будет. Куда будет. Там же тысячный, да? Да-да, 1/8. 5-10 сантиметров подняли. Там же тысячный, да? Да-да, 1/8. Сейчас по высоте, хорошо? Чуть-чуть она у нас прилетела. Справа. Постарайтесь пушку право-лево не заваливать. Сейчас по высоте, хорошо? Чуть-чуть она у нас прилетела. Справа. Право-лево не заваливать. Под самый низ, в сантиметре вот еще раз. Середину метишь, да? Да. Еще раз. Середину метишь? Да. Не торопитесь. Урод, выпрямись. Что, можно я вам подскажу? Урод. А? Подскажу. Вы вот эту руку, вот у вас вообще неустойчивое положение. Вы вот, я уверен, да, вы метитесь, а у вас вот так вот. Что, можно я вам подскажу? Ладно. Можно я вам скажу, да, хранитель, я вы вот эту руку, вот у вас вообще неустойчивое положение. Вот, мне, я уверен, да, вы имеете, вот, а у вас устойчивое вот положение. Можно я вам скажу, да, хранитель, я со стороны. Вот, ага. Вот туда вставать, чтобы было устойчивое положение. Вот так руку сделайте. Он же вон попадал. Нет, там... Вот пушка. Студия, прием, Володя, прием. Вот так руку сделайте. Да, слушаю тебя, говори. Вот так руку. Там смотри, этот держит придет, Борисов. Они со своим подселяются. Принял. Вот так руку сделайте и левой рукой управляйте, чтобы навести на цель.